Составлено летнее расписание маршрутов общегородского транспорта. Навигация по Амуру должна начаться в конце апреля. Сообщение с Левобережьем последние месяцы находилось под угрозой срыва. Успеет ли перевозчик подготовить к назначенному времени теплоходы? Этот вопрос депутаты обсудили на комитете по городскому хозяйству в Хабаровской думе. Успеют ли в оставшиеся 3 недели они эти двигатели получить, поставить и дать команду вперед? Должны успеть. Ставшие традицией скандалы в преддверии летнего сезона в этом году удивили размахом даже дачников с многолетним опытом. Несмотря на это, споры о сокращении количества теплоходов и маршрутов закончились в пользу горожан. Речной транспорт пойдет в том же объеме, причем на неделю раньше срока. Администрация города будет оказываться адресная материальная помощь пассажирам, пользующимся речным транспортом и имеющим садово-огородные участки на левом берегу. В размере 50% от стоимости проезда, не более 16 поездок в месяц. На эти цели из городского бюджета выделено 18 миллионов рублей. Денежные выплаты получают и пассажиры автобусов, трамваев и троллейбусов. Из расчета 16 поездок в месяц. С начала года этими видами транспорта воспользовались около 19 миллионов хабаровчан. Это почти на четверть меньше, чем в прошлом году. Это связано с проводимыми мероприятиями по финансовому оздоровлению муниципальных предприятий. Общему снижению транспортной подвижности бывших льготных категорий граждан, которым с 1 ноября 2015 года льготный проезд по единым социальным проездным билетам заменен денежной выплатой. Хабаровские специалисты разрабатывают новую маршрутную сеть. Ежедневно по городу курсируют более 650 единиц транспорта от 88 предприятий, в том числе 2 муниципальных. Надежда Лавриненко, Артур Гец, Хабаровская студия телевидения.